В субботу специальным эшелоном из Чечни на родину вернулся личный состав сводного отряда ГУВД Свердловской области, чей срок командировки истек в ноябре. Несмотря на то, что официально боевые действия на Северном Кавказе давно закончились, эта командировка выдалась не из легких. Были и погибшие, и раненые. Один раненый екатеринбургский милиционер и сейчас находится в Чечне. Он будет доставлен позже самолетом. Еще 8 человек выразили желание остаться в Грозном на новый срок. Остальные отслужившие 3 месяца бойцы, а их почти 400 человек, вернулись к родным. Привет, земляка! Признаются сами милиционеры, их больше измотала не столько служба, сколько дорога домой. В пути они были чуть меньше недели. Как всегда по Чечне, с инженерной разведкой, с бронепоездом, потихонечку. Ну, хотели нас встретить, но не получилось. Поэтому добрались все живы и здоровы. А расскажите, пожалуйста, поподробнее, что значит хотели вас встретить? Речь идет о какой-то взрывчатке на железной дороге. Ну, по оперативным данным, значит, было скопление боевиков возле населенного пункта Джалка, и затем инженерная разведка обнаружила фугас на нашем пути, который был обезврежен. Прошла инженерная разведка и обезвредила. Вместе с бойцами вернулась на родину и разыскная овчарка Несси. На ее счету 13 обезвреженных фугасов. Как сообщает пресс-служба ГУВД, все милиционеры, вернувшиеся из горячей точки, получат кратковременный отпуск и медико-психологическую реабилитацию. Внимание! Разойдись!